Привет, зритель, ставим лайк и поехали. Хрущевским холодильником называют помещение под окном, в котором хранили еду. Но уместно ли прилагательное «хрущевский»? Такие хитрости присутствовали еще в довоенных домах. Сохраняли эту традицию в домах 90-х годов. Главное преимущество – экономия пространства. Во времена Хрущева квартиры строились с минимальной площадью, из-за чего каждый метр старались использовать с умом. Между тем, в холодное время года такие холодильники отлично справляются со своей задачей. Неоценимая польза. В теплое время года отверстие превращается в кладовую. Кстати, толщина стены в этом месте половина кирпича, из-за чего в некоторых помещениях бывает невыносимо холодно. Люди, которым надоело ходить по дому в трех свитерах, охотно меняли холодильник на радиатор. Еще одна особенность холодильника – нулевое содержание фреонов и сохранение электроэнергии. Правда, бывают случаи, когда незнакомые с новациями советских архитекторов приезжают в гости к родным, а потом ищут еду у соседей, ведь холодильника на кухне днем с огнем не сыщешь. Кстати, есть и другие варианты почти полноценного холодильника. К примеру, ящик, прибитый к внешней стороне балкона. Некоторые даже охлаждали продукты в форточках. Спасающий холодильник. Одна из основных функций такого холодильника – вентиляция. А еще особая ниша использовалась в качестве предохранительной меры. В случае взрыва бытового газа тонкую стенку вынесет в первую очередь, и последствия будут менее катастрофические. Снаружи стены хрущевского холодильника имеют относительно маленькие дырочки. Так любой прохожий может определить, где у жильцов находятся кухни. Трудно найти, легко потерять. Парадоксально, но некогда счастливые владельцы подобных инноваций давным-давно расстались с хрущевскими холодильниками. А многие жители постсоветских стран только и мечтают о выручающем ящике. Особенно это касается больших семей, которым не хватает места для еды в обычных холодильниках. Что тут скажешь? Советская архитектура хорошо совмещала экономность и креативность. А вы когда-нибудь сталкивались с хрущевскими холодильниками? Свои истории поделитесь в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.